Они помогают самым разным людям – детям, пенсионерам, семьям и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Их работа действительно важна. Не так давно, именно 8 июня, в нашей стране отметили День работника сферы социальной защиты населения. Депутат Московской областной думы Владимир Шапкин поздравил сотрудников соцзащиты Щелково с их профессиональным праздником. Он поблагодарил каждого из работников за их неоценимый труд, а также вручил почетные грамоты и подарки. За прошедший год хотелось бы выразить благодарность нашим социальным службам. Почему? Потому что если вот врачи были на передовой борьбы с ковидом, то тыл им обеспечивали, помимо административных структур, вот общественные организации, организации социального обслуживания, волонтеры. И у нас никто не остался брошенным. На встрече депутат обсудил с сотрудниками соцзащиты достижения в совместной работе за последние 5 лет, а также дальнейшие планы и перспективы сотрудничества. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.